Уникальный цирк на воде, льду и манеже увидели жители и гости краевой столицы. Новая программа идет в Краснодарском цирке. Автор спектакля «Остров грез» прима Большого московского цирка Дарья Костюк. Все номера объединили одним сюжетом – путешествие по страницам книги. Это единственное в мире шоу, где выступают дрессированные гепарды на манеже-трансформере. Это очень сложное животное, и приучить его и добиться стабильности намного сложнее, чем какого-либо другого хищника. Они очень трусливые. И если сегодня для них зрительный зал – это какой-то спокойный дом, завтра почему-то для них это будет самое страшное место, и нужно доказать, что все хорошо, это тот же зал, я та же, мы с тобой знаем друг друга уже там 5 лет. На манеже выступают кенгуру-балерина, лайки, попугаи и другие животные. Сцены постоянно трансформируются. Там, где несколько минут назад был лед, внезапно появляется озеро и начинается водная феерия под куполом цирка. Зрителей ждут экстремальные номера, головокружительные трюки и другие сюрпризы. Посмотреть программу можно будет в течение месяца по четвергам, субботам и воскресеньям.